Кровь для нуждающихся. Студенты Саратовского областного базового медицинского колледжа приняли участие в донорской акции. Мобильный пункт сдачи крови расположился прямо у входа в учебное заведение. С участниками донорской акции пообщалась Анастасия Куклева. Их кровь спасет чью-то жизнь. Главная мотивация доноров. Студенты областного базового медицинского колледжа с самого утра занимают очередь в мобильный пункт переливания крови. Вначале потенциальные доноры проходят мини-обследование. Такие стандартные вопросы задаются каждому донору. Если давление или гемоглобин низкие, то желающим отказывают. У Константина все показатели в норме. Кровь он сдает уже в третий раз. Молодой человек уверен, что делает благое дело. По сути, моя профессия. Жизнь спасать буду. Ну, сейчас никак не могу спасти, но именно только хотя бы так я уже приношу пользу. Но она же спасет. Есть кто оформился? Она 100% спасет. Я это знаю, я в этом уверен. Сдачи крови студенты областного медицинского колледжа открывают в этом году донорскую акцию «Подари капельку крови нуждающимся». Участие в ней примут студенты всех вузов области. По словам медиков, жители региона стали активнее сдавать кровь. Поэтому о нехватке ее в области говорить не приходится. Цель сегодняшней акции – пополнить банк крови компонентами. И студенты очень активно нам в этом помогают, поскольку они молоды, здоровы, кровь хорошего качества и обязательно окажет очень большую лечебную помощь больным. Дефицит может быть любой группы крови, но, к счастью, в нашем регионе такой ситуации нет уже давным-давно. У каждого донора медики берут 400 мл крови. Благодаря сегодняшней акции банк пополнился еще на 20 литров. Всю взятую кровь отправят на станцию переливания. Там отделят плазму и эритроцитную массу. В медицинские учреждения компоненты крови поступят только после того, как анализы подтвердят, что никаких заболеваний у донора не было. Человеку без хронических заболеваний стать донором совсем несложно. Для этого достаточно не есть жирное и острое накануне, не курить в день процедуры и найти хотя бы полчаса свободного времени, чтобы прийти сюда и сдать кровь. Ведь она может спасти как минимум 3 жизни. Анастасия Куклева, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.